Так, уже вечер, я заказала себе только что гостиницу, 4 звезды заказала себе в центре Майами, сейчас я туда еду, Second Avenue, South Second Avenue, гостиница Hyatt, по-моему, там, где мы с Сашей останавливались, $50 плюс налоги, получилось у меня, вру, не 50, $64, 64 с налогами получилось 80, да-да-да, точно, Hyatt, где мы с Сашей останавливались, в самом центре. И вот сейчас я еду в свою гостиницу в центре города, потому что я посмотрела здесь гостиницы на Саус и на Майами Бич. Они, каждая потянет, ну, свыше $150. Смысл платить двойную цену? Ну, в общем, я деньгами не разбрасываюсь. Ладно. Итак, я вот сейчас стою в пробочке. Это я выезжаю с Санни-Айленда. И вот, по-моему, я уже заезжаю. Наверное, я уже нахожусь на Майами Бич. Скорее всего. 96-я стрит, я не знаю. Хардинг Авеню? Почему Хардинг Авеню? Я не должна была на этом Хардинге ехать. Сейчас мне надо будет свернуть. Надо перестроиться, свернуть налево, чтобы ехать по Коллинс Авеню. Странно, очень странно. Ну давайте я. Пропустите меня, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Ой, какой умничка. Какие замечательные люди здесь все. Просто сказочные все люди. Ага, вот, сказала, а тетенька взяла и такая, и проехала. Все равно это сказочно. Итак, вот такие вот узенькие улочки здесь. Угу. Паблик паркинг. Ух ты, паблик паркинг, то, что я искала. Мне надо пойти искупаться. Я хочу пойти на пляж. Я хочу накупаться, а потом поехать в свою гостиницу. Паблик, где там? Опять она мне калькулирует. Вот Коллинс Авеню. Я должна была ехать по Коллинс Авеню. Каким образом я влезла вдруг на эту дорогу? Странно. Очень странно. Вот паркинг показывает мне сюда. Коллинс Блок. Ага. Ну, давай. Продвинься немножко. Давай, зеленый свет. Поехали. Паркинг. Это паблик или не паблик? Или что? А, да, паблик, ага. Вот, все, я уже вижу, вот. А там дождь идет. Сейчас я поставлю вот сюда в тенечек машинку свою. И вот люди платят за машину. Ой, как хорошо, какая сказка. Все, я пойду сейчас быстро накупаюсь, наплаваюсь в красивом Майамском море. Я упала, синовала. 5 часов ветер. А там тучи, там какая активихи, вот просто, вон оно надвигается. Не знаю, успею ли я переодеть купальник и сбегать, скорее сбегать, искупаться вот через дорогу. Все, всех люблю, целую, все, welcome to Miami.